Жесть, вот это вот уже и крипипаста. Всем привет, всем здорово, ребятки, вы на канале Funny Games TV, а это Friday Night Funkin и мод на поняшек экзе, это My Little Pony экзе крипипаста. Давайте посмотрим, одна неделя у нас, к сожалению, демо-мод, три песни, но очень криповый, страшный, ну, как мы любим, как всегда, короче, давайте смотреть. На харде, естественно, буду играть, так. Но пока пони выглядит довольно-таки милой, мне кажется. С глазками что-то у нее не то, не знаю. Слезятся, может. А где глаза твои, поняш? Достаточно все мило. И даже песенка веселая. Можно пофлексить. Да, очень весело. Глаз валяется. Кстати, это твои глаза, что ли? Поняш? Ты глазки потерял. А что за цветочек у нее стоит? Это отсылка на что-то? Глаз реально валяется. О, боже, что я? Ой-ой-ой. Это что? Это что? Что сейчас будет? О май гад. Чё? А, понял. Ты разозлилась? Девочка. Хорошая такая. О-о-о-о. Куда так? Жесть. Так, ну ладно. О-о-о. Жесть, они то быстро, то медленно, видал? Прикольная механика. Замедляются, ускоряются стрелки. О, боже. 7 пропусков. Ну, не так много. Для такой скорости, да. А, понял. Я пропускаю там, где двойные стрелки идут. Отлично. Все, первую песню прошли, ребят. Дальше больше, дальше страшнее должно быть, по идее, еще 2.20. Но пока безобидно все выглядит. Глаза она так и не нашла свои. Они валяются так на сцене. Прикольно. Ой, боже. Тихо, пони. Я понял тебя. Пони, я понял. Жескач начался. Ой-ой-ой. Что такое? Фух, ладно, минуту. Минуту я прошел. Еще минута. Ну ничего, песенка такая, повеселее, да, вторая? Туц-туц-туц-туц. О боже! Тридцать секунд.
Так, все, анимацию поражения обязательно надо заценить. Эй, хватит. Блин, я отвлекся, решил на глазик этот посмотреть, который лежит. И пропустил, короче. Так, ну да, в этой, во второй песне что-то она пропускала очень много. Ну ладно, окей. Глаз. Куда он смотрит? Куда-то вверх. О май гад. 3,5 минуты, ребят. Вот это жесть. Вот это прикол. Дальше что? Какая-то медленная песня. О май гад. А зачем я стрелки пропускаю? Господи! Можно как-то собраться. Не, ну тут медленно стрелки летят, и как-то непривычно даже. Боже, реально непривычно. Медленно летят и... Окей. 2 минуты, ребят, еще. Очметь. Ой. Так, так. Че, опять что-то будет? По-любому. Сейчас что-то с ней случится, смотри. Давай. Да покажи уже свою мощь всю. Последняя песня. Вау. Блин, напропускал. Ух, минута. Блин, двойные стрелки. Висячие. Ну и ничего, так песенка, мне понравилась, кстати. О боже. Ого. Ого. Есть. Так, ну недели прошли, должны быть еще во фриплее, мне кажется, песни, ребят. По-любому должны быть. Окей, пошли смотреть. Так, первая неделя туториал. Ну все, понятно, да. Все, пошли во фриплей. Глянем, должны, мне кажется, еще быть песни. Раз, два, три. Да, есть еще. Apple. Короче, глазные яблоки. Или яблоки глаза. Нет, глазное яблоко, может, как-то так. Давай, поглядим. Еще одна песня, четвертая. Жесть, вот это вот уже и крипипаста. Боже. Реально, глазные яблоки. Кто это такая? Это какая-то одна из поняшек, видимо, да?
Я надеюсь, девчата, есть в комментариях, которые смотрели этот мультик и могут нам пояснить, что здесь вообще происходит. Ужас. Он песня мощная. Мощный. О боже, 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 боже. Что-то я перехвалил ее. Спам! Вот это классно. Момент. Вау. Ебой, выиграл. Да. Фух, осталось посмотреть на анимации поражения. Ребят, давайте заценим. Давайте на этой песне посмотрим. Блин, вот эта песня крутая. Мне понравилась. 3, 2, 1. И вот здесь она, вот эта криповая девчуля, конечно. Поняшка эта. Давай, бойфренд. Ясно. Анимация обычная, окей. Пошли посмотрим в какую-нибудь, ну не знаю, вот в этой песне. Где у нас розовая поняшка была, тоже глянем. На всякий случай. Вот эта песенка вторая тоже мне зашла, кстати, крутая она. Глаз вот этот, вообще, вообще класс. Прикол. Анимация, да, такая же, наверное, будет, да. Ну что ж, на этом мы и закончим, ребят. Я думаю, что вот эта песня вообще офигенно, мне очень зашла. Можно на бутплее ее в конце послушать, если вы хотите, без моего голоса. Ну а с вами был Максим, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, подписывайтесь на мои резервные каналы. Всем удачи и всем пока!